Оперативники разыскивают подозреваемого в педофилии. По данным полицейских, мужчина мог совершить развратные действия над ребенком. Этого человека сейчас ищут служители закона. По предварительным данным, над ребенком он мог надругаться в туберкулезном санатории Чебаркуля. Приметы подозреваемого в преступлении: среднего роста, плотного телосложения, волосы русые с лысиной. Был одет в белую футболку, серые шорты, черные солнцезащитные очки. Полиция ждет звонков от тех, кто узнал этого человека и знает, где он.